Здравствуйте! Представляю вам профессиональные шуруповерты. Bosch GSR-645TE. GSR-645TE, укомплектованный магазином MA55 шурупами и GSR-660TE. Мощность каждого инструмента 700 Вт, а сила крутящего момента 12 Нм. За счет этого каждый из них легко справляется и с деревом, и с гипсокартоном. Самым универсальным в этом ряду является шуруповерт Bosch GSR-645TE. Скорость его вращения регулируется до 4500 оборотов в минуту. Благодаря этому он может обрабатывать поверхности даже из деликатных материалов. Но особенно удобно его использовать для закручивания шурупов в гипсокартон и в древесину мягких пород. При необходимости закрутить подряд множество однотипных шурупов, на помощь придет магазин MA55. Его можно приобрести отдельно или в комплекте с Bosch GSR-645TE. Самую высокую скорость вращения в линейке производителя имеет шуруповерт Bosch GSR-660TE. Частота оборотов достигает 6000 в минуту. Это позволяет закручивать шурупы максимально быстро и аккуратно. Хочу отметить, что все инструменты отличаются повышенной надежностью. Металлический корпус редуктора защищает двигатель от перегрева и перегрузок. Большой пусковой курок делает удобной непрерывную работу. А реверс позволяет не только вкручивать, но и выкручивать шурупы. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.